Сенат сегодня является палатой, которая способствует стабильному, сбалансированному развитию нашей страны. Все законы, которые мы смотрим на учет общенациональных интересов, само собой, также на учет интересов наших регионов и на обеспечение межэтнической стабильности в нашей стране. И в целом Сенат нашей государственной конструкции обеспечивает бесперебойность законодательного процесса. Сенат сегодня — это палата, представляющая, продвигающая интересы наших регионов. Поэтому все законы мы смотрим на предмет соответствия интересам наших регионов. Плюс наши сенаторы регулярно поднимают вопросы регионального развития, проблемы, которые есть в регионах. Фактически каждое пленарное заседание озвучиваются запросы по тем или иным вопросам, связанным с конкретными регионами.